Богатство земли самарской. В модельной центральной городской детской библиотеке прошел фестиваль национальных литератур. Россия, честь и славушка легла, честь и славушка легла, да про молодого казака, про молодого казака, честь закон приступил, честь закон приступил, да себе город. На земле существует более 7000 различных языков, и все они признаются равными. Язык – живое наследие каждого народа. В нашей области проживают представители 157 национальностей и 14 этнических групп. У каждого народа своя неповторимая история, обычаи, традиции, культура. Задача фестиваля – показать это богатство. Мы его реализуем совместно с национальными центрами Самары и Самарской области при поддержке администрации городского округа Самары. Конечно, не случайно, что выбрана именно эта площадка, наша модельная модернизированная библиотека, открытая по национальному проекту культуры. В основу концепции нашей библиотеки как раз положена красота Самарской Луки, тема краеведения, патриотизма и воспитания любви к родному краю – это наша основная теперь тема. Самая крепкая дружба и понимание между людьми, как известно, закладываются в детстве. В фестивале участвуют ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Первым в рамках данного проекта стал фестиваль национальных литератур на языке дружбы народов, посвященный Международному дню родного языка. Фестивальная программа состоялась при поддержке администрации городского округа Самара. В администрации городского округа Самара действует план в рамках исполнения стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Соисполнителями этого плана являются разные департаменты администрации городского округа, в том числе департамент культуры, который и взаимодействует с библиотеками, деятельность которого связана с тем, чтобы нести культуру народу. Наш департамент, департамент общественных и внешних связей, взаимодействует с национально-культурными центрами. В Самарской области бок о бок живут представители многих народов. Знакомство детей с многообразием культурных традиций, национальных языков и литературы является важной составляющей национально-культурной политики Самары. Это и укрепление дружбы народов, поддержка идей единства и межэтнического согласия, сохранение и развитие национальных культур. Логичным продолжением стала и литературно-музыкальная композиция «Мужество, доблесть и слава остаются в веках». Праздник прошел в рамках стартовавшего проекта «Богатство земли Самарской». Оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование уважительного отношения к отечественной истории. Организаторами проекта выступила администрация городского округа Самара. Представители наших национальных центров сделали свои выставки из той литературы, которая хранится в национальных центрах, которая используется для проведения различного рода национальных и многонациональных мероприятий. Таким образом, мы привнесли частицу тех знаний, того опыта, который накоплен в национально-культурных центрах, в библиотеку, с тем, чтобы обменяться этим опытом и, объединив эти знания, пойти дальше.